перед началом серии я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под каждым видео и тем, кто оставляет комментарии под ними. На прошлой серии мы не смогли набрать 30 лайков, но наш договор остается все так же в силе. Если соберем под этим видео 30 лайков, то следующая серия выйдет как можно быстрее. В данной серии сделал немного монтажа, и этот опыт для меня в новинку. Надеюсь, что после просмотра напишите комментарий по этому поводу, критику или похвалу, в общем, свои мысли выскажите. Любой комментарий будет для меня на вес золота. А теперь присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся с вами в Майнкрафте нового горизонта Грегтека и продолжаем проходить данную сборочку. Навожу потихонечку красоту также на базе, смотрите, как все облагородил. Старался, конечно. Что-нибудь где-нибудь еще, конечно, доделаем. Так, а в этой серии бы я хотел бы заняться тем, что сделать нормальный масератор. Да, у меня такой есть вот небольшого... Нет, хотел сказать бред. Нет, не бред. Мне вот что не нравится. Ну, смотрите, масераторы, вот два масератора постоянно у меня забиты. Забиты всем подряд. Ну, конечно, вообще их у меня три стоит. Три масератора. Один здесь у меня работает чисто на пыльке, там луну, например, пойду скопаю, чуть закину, пусть перерабатывает потихонечку. Здесь у меня руду и вообще руду. Короче, все потихонечку перерабатывает. Но это слишком долго, очень долго, мне это не нравится. И мне понравилось, как у нас работала сифт-машина. Я решил в этой серии сделать масератор тоже мультиблочный. И поэтому давайте этим займемся, почему бы и нет. И посмотрим, что для этого нам потребуется. Масератор. Масератор стек кейсинг. Ух ты ж, ё-моё, палладиум. О! Смотрите-ка, не зря. Мы, когда делали прошлый мультиблок, мы делали с вами Insunel 625. Вот он, тут он нам и пригодится. Окей, давайте сразу с этого начнем, наверное. Во-первых, вначале напишу... Так, здесь масератор. Так... Инсо. Сразу забабахаем себе палочки. Ну, рецепты, как всегда, будем клепать. Я уже потихонечку, конечно, добавляю рецептики. Рецептики разных этих сплавов. Ну, уже в миксер добавляете, но не дальше. Ну, потому что и так мы уже собирали каждый почти сплав по пылькам. То есть, что из чего собирается. А из чего собирается, он, конечно, показываю себе постоянно. Но все же. Так. Нам нужно сюда. Закинем. Обработаем. Так, и... Так, этот готов. Хорошо. С этим тоже разобрались. Роды. Блин, сколько родов, это просто жесть. Фреймбокс. Да блин. У меня уже места не хватает. Я уже, знаете, одно затащу, другое вытащу. Ну и кое-нибудь другое, конечно, место засовываю. Но все же там у меня еще куча места есть. Ладно, пока что пусть будет так. Дальше, что еще хотел бы сделать? Так, ладно. Погнали дальше. Масератор. Палладиум. Кстати, вот у меня слиточки есть. Нужно будет сделать из них пластины, разумеется. Никак иначе. Потом, что нам еще потребуется? Если не ошибаюсь, там я видел этот... ППППП, на П, забыл, называется. Платина, во. Так, палладиум есть. Сделали. Потом, что еще? Да, все-таки платина. Есть рецепт, нет? Рецепт платины есть. И лонг пала... Так, подождите. Палладиум, кстати. Как ни странно, тоже палочка у нас стоит. Ну хорошо. Через shift-клик все есть. Добавили. Прекрасно. Так, в первую очередь, наверное, сейчас схожу. Поставлю на крафт. Ой. Добавлю крафт. Так. Тебя, паладин. И, кстати, хотел показать.
Папа, да, все переработалось, ну почти все тут. Может быть что-то. А, нет, переработалось как бы все. Например, не все просто забралось, и она не хочет забираться, например, да? Ну ладно, в общем, потихонечку, раз-раз, и все третье все освободилось. А, переработается еще чуть-чуть руды совсем. А из моей руды все, что у меня на базе осталось, это вот ляпис, садолит, куанит и лазурит. Здесь лигнит и галена. Кстати, галена нужно будет тоже отправить. Тальк и мика. Все, это вся моя руда, что осталось у меня на базе. Все переработалось. А у меня эта руда была, ох, просто хоть одним местом жу называется. Ну я рад, что я все-таки переработал все это дело. Ну как бы не специально, не ждал, сидел, пока переработается, а потихонечку, потихонечку, помаленечку оно у меня все переработалось. Нужно пойти снова опять копать той руды, этой руды. Ну хотя здесь по ресурсам и так видно, что я все накопался. Ну сколько переработаешь, точнее платины сколько, пипец, графит, аркс, ох, я просто в шоке. Ладно. Так, я ждал, да, рецепт. Так, мацератор. Да, добавил. Нам нужно 26 штучек. 26. На крафт пошло. Хорошо. Для главного блока, что нам потребуется. О! Танк стил карбид. То есть нам нужно вольфрам совместить с карбоном и пол. Так. Да, вольфрам, карбон. Можем по форме построить. Ну и все, будет такая у нас панелька. Так, есть ли у меня что-нибудь такое? Тон. А, кстати, да. Есть такое. Делается, конечно, вроде бы легко, если не ошибаюсь. Так, нет, не из пыльки. Все-таки это в печке делается, да? Вакуумный фрезер на 2К. И плюс печка на 512. А, причем с водородом. А, с азотом, точнее. Да, карбон и вольфрам. Все верно. Так, что нам еще тут нужно? Нам потребуются пульверизаторы. Блин, а почему не мастераторы 512, как для всех остальных мультиблочных структур 512 машин, которые были? А тут 2000 пульверизатор, то есть. Эх, ладно. Это дело поправимое. Две штуки на крафт. Что мы с пистончиками? Да. Так, давайте сделаем так. Поставим пока один пульверизатор на крафт. Так, пистончик. Неужели он не тот использовал? Блин. Ну ладно, я просто добавлю. Мне кажется, они потом когда-нибудь может где-то пригодятся еще. Поэтому я, наверное, делал автокрафтик. Ничего страшного. А, ЕВ. Это плохо. Так, ЕВ это у нас, если не ошибаюсь, HV, ЕВ. То есть это квантум. Хорошо. Что с пидстоном там творится? А, он в очереди томится. Какой ты, а? Ладно. Ладно. Подождем чуть-чуть, конечно же. Так, потом нам еще потребуется что там? Нам потребуется Blade-O-Matic. Так. Что-то такое новенькое на 8К, причем Shredding your ours white bitch to doctors. То есть он удаляет мою руду за счет моей чё бипродук моей продукции, так понимаю, да? Какая-то херня, не машина. Первый раз такое вижу, но тоже автокрафт сделаю ее, чтобы мы не могли, ну, чтобы мы могли это расслабиться чуть-чуть. Хотя, ну ладно, майнфрейм пусть потратится. Здесь ничего такого особенного-то и нету. Окей, тебе тоже сделали. Не напрягает. Слишком долго делаются эти породы. Хорошо. Пусть там делается, нам не к спеху. Так, нам его машин. Так. Есть, хорошо. Ну, в общем, все сделали. Ну, почти. Дальше, давайте посмотрим. Нам потребуется input bus. Так, bus. Input bus в количестве одной штучки. Так. Output bus. Аж 5 штук. Жесть. Хорошо. Оставили.
Maintenance Hatch мы возьмем, у меня там запасы есть, есть еще. Energy Hatch. Так, это мы сейчас заберем. Хотя, пока там докрафтится. Так, сразу возьмем Maintenance Hatch. Однажды просто накрафтил, но надоело просто этими инструментами прощелкивать постоянно. Energy Hatch. Нам 2000. Пусть издается. Так, нам потребуется еще... Battery Buffer. Так, на один слот. Ага, батарейка у меня еще с собой даже есть. Потом, что еще нам нужно будет? Muffler Hatch. Ну, хотя пусть будет такой... Прекрасно. Есть, есть, есть. Все. Теперь осталось только это, конечно, все сделать, забрать. Поначалу дождаться, пока это все скрафтится, потом забрать. А, она уже там и так все сделалось. Так. Energy Hatch есть. Так. Battery Buffer. На один слот есть. Бас. Еще три штуки. Ну и смотрите-ка, вроде бы неплохо. Мне нравится. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, Muffler Hatch нету. Ладно, побочные блоки мы с вами создали. Кстати, смотрите, все-таки у меня получилось получить ДК от Radium 226. Просто нужно было подождать 4500 секунд, чтобы у вас в инвентаре пролежал данный прибор. Ну, данный прибор. Чтобы в инвентаре... Чтобы получить данную пыльку, нужно было всего лишь подождать 4500 секунд, пока она будет у вас лежать в инвентаре. Она превратилась в обычный радиум, и все, готово. Давай. Зачем он используется? А, что продон получать? Вот оно что. Понятно, понятно. Заберем награду. Ну, даже не знаю. Да ладно, просто сумочки будем брать, пофигу. Все остальное сами сможем добыть. Там не трудно. Так, и давайте пока у нас компоненты там крафтятся. Ну вот еще, смотрите. Кстати. Что ты не крафтишься-то? 25 штук. Хоть одна-то должна была уже давно скрафтиться, разве нет? Я просто такой молодец. А почему? А, из ингетов я поставил крафт. Да. Я такой молодец. Мне нравится. Так, ладно, давайте сейчас изменю чуть-чуть. Подрихтую. Я пока мы уберем отсюда. А. Так, не... Раз, два, три, четыре. Так, и заменим. Потом тебе так. Ой, придется пойти пересобирать, что ли, самому? Не знаю. Так, тебя мы закинем с... Опа. У меня еще место закончилось. Hello, motherfucker. А. То есть этот рецепт у меня так был. В общем, ладно, давайте доделаем. Поставим так, перезапишем рецептик. Так. Забагаешь, как называется? А, вот она, машинка. Так. Еще один пульверизатор. Пожалуйста. Что ты не крафтишься? А, он совсем по-другому делается. Diamond Grinding Hit. Диамонт. Окей. Так, ну что ж, еще один мастератор. Окей. Так, чего нам не хватает для самого контроллера? Надеюсь, это у меня есть. Ну, в общем, через Shift клик. Опа-на. Так, поляризатор сюда. Blend есть. Дождаемся еще один поляризатор.
Что там крафтит? Крафтит-то он. А, ну, подождем. 8 гребаных часов спустя. Так, смотрим. Один. Нет, нет, этот нужно использовать. И все, контроллер должен быть у нас, но у него нету, потому что, видимо, у нас нет тунгс. Да, еще нужно 3 штучки докрафтить. Без проблем. Докрафчивайтесь. Раз. 2-3 будет? Нет. Интересненько. Так, тем временем, сколько у нас докрафтилось? Мацератор. 18 уже блоков есть. Это хорошо, можно может даже пойти сейчас восстанавливать. Ну, точнее, ставить все по своим местам. Так. Вот как сможем отсюда забрать блок сам, значит, там уже все готово. Хотя, наверное, я подожду. Все равно пока 26 штучек у нас накопится. Ну все, мы все сделали с вами. Можем отсюда забрать награду. Либо 2 сумочки 6 тира. Либо Pitchblade. Либо Tank State. Либо Dash Ore. И что бы вы выбрали? Вот что? А я выберу, конечно же, Вольфрам. Никак иначе. Пофигу на 2 сумочки. Да, это первый раз такой у меня, но это правда пофигу. Так, что у нас здесь? А, ну, все так же засчитывает. Все, хорошо, прекрасно. Окей, и пора собирать данный наш агрегат. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, я приготовил, конечно, небольшое такое местечко вообще. Но все-таки, как у нас будут обстоять тут дела? Смотрим. Во-первых, главный контроллер блок, центр бутон, то есть по центру снизу. Дальше смотрим. Energy Hatch. Ну, тут без разницы. То есть мы с вами берем Energy Hatch и Battery Buffer вместе. Energy Hatch, Battery Buffer. Я решил на 2К поставить. То есть сразу 2К до сюда довел. Подключим. Так. С тобой мы соединим. Возьмем сразу батареечку. Как ни странно, но завалялась она у меня. Откройся. Заряд пошел, это прекрасно. Так, ключик нам нужен. Energy Hatch. Развернем. Ну что ж, дальше смотрим. Один input bus. Так, снизу. В любом расположении, но снизу. 5 output bus. On period. Button layer. То есть нам нужно поставить output bus по одному, каждый этаж и выше. Ну, мне кажется так, потому что у нас структура 3 на 6 на 3. То есть 3 на 3 и 6 в высоту. Как-то так. Input, output. Принимать я буду, разумеется, вот отсюда, но снизу. Я уже там все подготовил просто для этого дела. Так, хорошо. Maintenance hatch. Ну, тут, разумеется, хоть где написано. Ну, ладно, пусть будет сбоку здесь, с краю. Хорошо. Потом нам потребуется еще... Это есть. Muffler hatch, он будет у нас тоже хоть где. Но... сверху. Давайте для красоты я сделаю сверху. Чтоб, ну, как обычно, такие большие структуры. В чем бы и нет. И поехали. Низ сразу закрываем. Так, и поехали. Здесь у нас первый. Второй. Третий. Четвертый. Ух, как высоко-то получается. Ладно. Хорошо, что по центру еще ничего не нужно было тут застраивать. Я вообще разорился бы на ресурсы для строительства одного мастератора-то. Так. Забирайся. Так. Подождите. А точно 26. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Какого черта было 26, то всего лишь нужно было скрафтить. Меня обманули. Хорошие вы люди. Тихо. А чё, нормально, нельзя было сразу в кесте указать нужное количество предметов? Ну ладно. В общем, раз. 7 у нас. 14 штучек еще на крафтерс поставить. Ну хорошо. Мастератор, 14 штучек. На крафт. Поехали.
Это хорошо, конечно, уже все. Но нам тут нужно все равно тоже чуть-чуть подрихтовать. Что именно? Давайте смотреть. Во-первых, нам нужно избавиться будет от моих масераторов. Да не только от них. Нам нужно будет заменить, поставить тайп-фильтр, поставить новую часть, баффер сюда. И все в этом духе. Поэтому снимаем все, что относилось к нашему масератору. С этой стороны и с другой. Так. Это снимаем. Тебя мы снимаем. Тебя тоже. Так, смотрим. Раз, два. Ну, они почти пустые или пустые? Нет, пока не пустые. Но я пока заберу. И вот сюда все скину. Так, хорошо. Потом. Можем смело снимать и тот, и другой. Включим из магнитик. Так, ты тоже лишний. Кстати, да, я снова расширил подвал. Увеличил его в размерах. Подвал наш тут все увеличивается, увеличивается. Я просто сам себе поражаюсь. Ну ладно. Тайп фильтр. И чест буфер. Я вот думаю, как лучше это сделать. Ну, разумеется, чест буфер у нас будет стоять здесь. То есть... Здесь 500, так, 512, все нормально. То есть... Получается, что... Сейчас соединим. Так, а получается, что в него, как минимум, будут у нас закидываться все наши предметы на переработку. Все верно. Все верно. Я вот думаю насчет тайп-фильтров. Ставить ли их или нет. Потому что мы можем обойтись не только... Хотя нет. Я лучше их поставлю. Почему? Потому что какая-нибудь лишняя фигня какая-нибудь попадется, закинется и будет пипец. Очень плохо. Только как с этим играться? А, я придумал уже. Тут только сам себя спрашиваю как, и тут же уже нахожу вопрос. Я просто вообще молодец. Так, мы возьмем просто кусочки. Отстегнем отсюда кусочек. Поставим к тебе. Это первый. Так. Ну, видимо, второй будет у нас стоять с этой стороны. Здесь, например, у нас будет на ОРы стоять. И здесь у нас будет стоять на краше центрифьюжен. Так, хорошо. Ты будешь передавать ему энергию. Дальше. Еще мне нужен будет сильвер кабель один. Подключим тебя. Ну, хотя пусть будет так даже. Так, вот так вот. Хорошо. С этим мы тоже разобрались. Ну как, более-менее так, немножко. Теперь. Давайте уже искать нужный нам по словарю root. Смотрим здесь. Краша центрифьюжен. Это значит сюда ставится. Та-та-та-та-там. Вот так вот. Ай-яй-яй. Лишнее сломал. Хорошо. Так. Еще два у меня есть здесь. Ты на что у нас? Чипит гемы. Так. С тобой потом разберемся. И здесь у нас оры. Все верно. Ну, когда ты ключиком снимаешь, то все настройки сохраняются. Это так, на всякий случай рассказываю. Вдруг кому пригодится. Или кто не знал. Так, чипит тоже, что на переработку тоже так поставим. Прекрасно. Угу. Кстати, хотел бы, знаете, что еще сделать? Так. Пока что сделаю хул один какой-нибудь. Вот на 512. Я бы хотел бы сделать input bus хороший себе. Так, ладно. С этим мы тут разобрались. Ставили. А ты что не передаешь? А, я тебя забыл подключить.
Ну и такое бывает. Так, надеюсь, лучше. Тек. Тек. Ушло. Все, прекрасно. Так, смотрим здесь. Во-первых, хотел бы... Так. Не то. Пу. 512 взять сундучок один. Соединим. Вот 16 слотов мне более чем достаточно. Потом. Массератор. Одна штучка. Блин, как же мало ты... А чё там так долго-то? Палладе делается. Окей. Подождем чуть-чуть. Тинг-тинг-тинг. Так, тебя мы сменим. Сменим. Хорошо. Тебя мы установим. Вниз. Повернем. Так, прекрасно. С этим мы чуть-чуть так разобрались. Кстати, нет, еще пока даже не чуть-чуть. Блин, отсюда тоже нам тоже нужно все поснимать и туда закинуть. Во-первых, хотел бы я достать отсюда шину экспорта и тоже туда воткнуть. Поэтому давайте по чуть-чуть. Не спеша. Тоже так. Блин, ничего не сохранилось-то. Ладно, потом если появится у нас опять, я закину на переработку и все будет нормально. Так. Тебя сюда. Тебя сюда. Вроде там каналов должно хватить было. Хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Как мы будем все доставать? Я вот что подумал. Так, не сюда. Возьмем какой-нибудь сундучок обычный. Просто стандартный. Мне больше-то и не нужно. Так, сундук. Его установим на шину импорта. И будем везде, со всех input, точнее, output басов забирать. Так, отключим. Так. Там помещать, ну, помещать. Мы сделаем чуть позже. Вначале мы работоспособность его проверим. А здесь мы пока просто меняем на режим без красного сигнала. Вот так вот. Хорошо. С этим мы тоже разобрались немножко. Так, починить. Давайте сразу тебя починим. Ну, должно по факту проканать. Ну, посмотрим, на всякий случай, если что, сделал сразу заранее. Так, тебя уберем. Так, потом нам потребуется еще что. А, ну, давайте пока, да, избавимся от этого массератора. Он мне здесь нафиг не нужен. Ну, не только от него. Так, поехали. Тебя сломать. А, по словарю root. Ты мне здесь не нужна. Потом. Можем убирать все лишнее. Такое, например, как... Тихо. Сейчас буфер. Input type. Опа, ты тут что у нас? По словарю root. И что же ты тут там отдавал? Games F. Опа, я про гемы-то другие забыл совсем. Так. Ну, видите, да, как тут перестановка сразу начинается, когда мультиблоки начинаются. Начинают появляться. Ты просто вот это все убираешь. И вот ставишь вот такие структуры. Ой, блин. Так, давайте тогда посмотрим. Влезет ли... Где еще один канал? Хотя влезет? Где-то тут. Так, прекрасно. По словарю root мы воткнем с той стороны. Я просто все гемы сразу тоже перерабатываю массераторы. Поэтому это нормально, то что я... Так обложил просто один чест-буфер. Это пойдет так. ВВ убери лишнее. Че? Краша центриф... Блин, а? Хорошо, что тыкнул. Не тот тыкнул. Гемфы, все нормально.
Просто много какие гемы начинаются на Ф. Ну, точнее, размеры гемов Ф, Flowers, или как там, не помню. Какой-то из них такой был размер. Так, есть ли у меня еще чуть... Да, еще одна штучка есть. Закрыли. Красота дороже всего. Так, тебе можем мы смело сносить. Минус 2 массератора. Место появилось. И не только тут. Также место и здесь появилось. Прекрасно. Также еще сейчас нужно будет позаботиться насчет проводов, так как у нас тут каналы тоже освободились. Как ни странно. Так. Надо вот подумать. Смотрите. У нас здесь реально освободилось все. Мне как бы и нравится, и не нравится это все. Сносим один массератор. Можем даже трансформатор поставить где-нибудь здесь. Будет шикарно. Еще не понимаю, зачем я его так низко опустил. Все же хорошо было. Так, и с этой стороны у нас... Ну, тут на одну клеточку выше можем тоже приподнять. Причем бы и нет. Но этим я уже займусь потом, вне камеры. Потому что вам это точно будет неинтересно смотреть. Так, проверка. Закидываем сюда всю центрифужит руду. Закидываем сюда вольфрам. И проверяем. Все закинул сюда. Прекрасно. Это просто красота. Энергия-то есть. Так, теперь массератор. 14 штук. Ох, я уже думал, еще не будет сделано к этому времени. Но нет. Нормально. Так, устанавливаем. Та-та-там. Я уже думал, он неправильно что-то сделал. Хорошо. Да, комплит структура. О, кстати, даже здесь показано, что на каждом этаже должно у нас быть по одному output хэтчу. Какая красота. Так, нам осталось только взять в руки молоток. Точнее, soft mallet. Тыкнуть и проверить, как она работает. Так, ну-ка. По 20... Сколько? По полстека? По 32 сразу скушает. Ты серьезно так быстро? Очешуеть. Вот это скорость. Только у меня, мне кажется, вот эти мои не будут справляться с поставленной задачей. Подождите, подождите. Нужно увеличить скорость. Хотя бы из первых. Это что такое? Это что такое? Я не думал, что настолько мощный будет массератор. Серьезно? Жесть. Это просто жесть. Так, срочно. Срочно бежим. И тут тоже повышаем скорость. Так, раз, два, три, четыре. Так. Шина импорта плюс 4. Там сейчас должно все у нас опустить. Да, все отличненько. Хух. Ты все, что ли? Нихера себе. Я не успел закинуть, он уже все переработал. Все, что только мог. Теперь наше слабое звено. Это промывочная система. Вот это промывочная система. Долго все перерабатывает. Но это потом как-нибудь с вами сделаем. Потому что вроде тут тоже есть задание у нас на промывочную систему. Да, вот он. Ваш плент кейсинг. Потом займемся, потом займемся. Такая вот структура у нас новенькая появилась. Зато заработала. Мы ее смогли с первого раза собрать. Мы молодцы. И вы молодцы, если вы досмотрели до конца эту серию. А еще больше вы молодцы, если вы поставили большой палец вверх под этим видео. Надеюсь, вам понравилось. До следующей серии. С вами был Милтон. Всем пока-пока.